поискать грибы. Какие-то Кристина вот говорит грибы. Не знаю насчет грибов. Говорят, что ничего нигде нет. Сухо было летом. Вот здесь у нас был лес. За этими домами лес. И приехали мы весной. Здесь все вырубили. Ты где? Сюда иди ко мне. Вот такие у нас дома здесь. Шалаши, вот такой вид. И все вырубили вдруг вот такую огромную поляну. Так жалко, прям слов нету. Кристина, смотри в травку или на дорожку. Говорят, что гриб дорогу любит. Здесь у нас черника растет. Черничник. Вон еще ягоды даже висят. В основном здесь сосняк, сосновый бор. Впереди камеры не беги. Вот здесь по дорожкам пытайся посмотреть, растут грибочки или нет. Вон так впереди шумит озеро. Там тоже дома, дачи. Со всех сторон. Людей уже немного. Последние числа августа. И даже если набрать хоть 5 грибов, в суп кинул на зажарку, и уже дух. Вот, ну, сомневаюсь я, что мы здесь что-то найдем. Ну, попробуем просто погулять, подышать, посмотреть на красоту. Ребенку показать. А? Что там? Это пень. Ты хочешь посидеть на пенечке? Прежде чем садиться на пень, постучи по нему ногой, потому что очень много змей. Вдруг там змеи или что? Постучи. На попню. По самому пню постучи. Вот, теперь садись. Ну, вот садись. Ну, будешь о жизни думать. Знаю, что здесь может вырасти. Вот в этих канавках во всех. Раньше лисички были, но сейчас так страшно вырубили все. Смотреть страшно просто. Вывозят лес. Смотрите, что здесь и как. Пляж совсем пустой, совсем не летний. Озеро отступило, как какие мель какая. Тут там пасмурно. Тучи черные. Да. Все, лето заканчивается, все пролетает быстро. Ой, жалко. Теперь через год все это. Ой, какая сосна красивая. Ну, пойдем дальше. Зайдем в лесок. Может, чего. Хоть пару грибочков-то на соус или на суп. Вот, зашли в лесок. Скорее просто полюбоваться красотой, чем что-то собирать, искать. Да, потом пойдем домой. Ага. Ой, красиво как. Тихо. Пахнет непередаваемо. Поползень кричит он. Вот здесь может и быть хоть парочку. Ай, пахнет как. На небе черные тучи. Кажется, дождь начинается. Ну, прекрасно. Кристина, дождь. Надо нам искать деревце, под которое спрячемся. Дождик. Ищем грибы. Прям тут, где-то у дороги. Ничего тут нет, конечно. Но так просто подышать, да побродить. Даже в старых нет. Иногда идешь, только червивые, старые какие-нибудь. Такая была засуха. Черничник уже весь какой. Коричневого цвета осень. Шум леса.
Паутина везде, прям обнос. Ой. Какая брусничка красивая. Вон она, говорят, что ее мало. Ай, что-то я, кажется, вижу. Ну-ка, иди сюда ко мне. Ну-ка, иди сюда ко мне. Ну-ка, давай сядем на корточки. Вот это кто? Вот это вот кто? Ну-ка, давай пальчиками откроем. Поставь корзиночку. Кто там спрятался? Ай-яй-яй. Подожди-ка. Ну-ка, давай пальчиками откроем. А тут лисички, сестрички. Под самый корешок возьми. Под самый корешок. Самый корешок. Вот и в корзинку складывай. Так. А тут еще вижу. Посмотри здесь. Вот еще грибочки. Только все открой, сначала открой, открой. И в самый прям корешок. Ой, красота какая. Тишина. Пахнет. Ну, тут какое-то растение сиреневое. Это дурман. Говорят, что если вот его нюхать, то голова заболит. Дурман. Когда чернику собираешь, вот долго сидишь среди этих кустов, то действительно голова начинает болеть. А может, потому что сидишь и долго собираешь. Следов человеческих много. Какие-то рвы, ямы. Лес имеет вид какой-то осенний совсем. Жалко. Лес весь. Вот такой мох любят лисички. Лисичек не вижу. Ай, вон кого-то вижу. Кристина найдет грибок? Ну-ка, где? Что мне на камере прилипло тут? Где грибочек? Вот, подожди. Давай посмотрим. Чистенький он или нет? Давай посмотрим. Давай под самый корешок. Пальчиками. Это как гриб зовут? Грибок, знаешь как? Сыроежка. Так, а может он не червивый? Надо посмотреть сначала. Ой, он червивый совсем. Видишь, червяки? Вон там. Поэтому мы его так вот положим шляпкой вверх и пойдем дальше. Пойдем. Да, он червивый, Кристина. Весь в червяках. Мы его не возьмем. Пойдем дальше. Это называется тихая охота. Некоторые еще говорят, не знаю, что мне больше нравится. Тихо бродить с ножом по лесу в руках или собирать их. Красота какая. Такой лес. Опять я неправильно камеру держу. Вот такой лес. Кристина говорит, что здесь страшно. А мне кажется, здесь просто необычно и очень красиво. Смотри, как красиво. Сейчас пойдем, не бойся. Страх надо перебороть. Пойдем посмотрим, что здесь страшного. Ты же со мной? Ты сюда раз зайдешь, посмотришь, что здесь не страшно. И больше не будешь бояться этого. Посмотри, да здесь просто красота. Страшно? Нет? Кого бояться, если тут никого нет? Но здесь, правда, и грибов нет. Поэтому можно поворачивать идти обратно. Вот в какой лес мы забрели. Это, в принципе, сухие сосны. Почему они такие здесь сухие, не знаю. Не горело вроде ничего. Здесь только съемки проводить. Какого-нибудь ужастика.
Ночью здесь, наверное, не очень-то. Вон свалки какие-то. Люди же не без свалок. Не могут, чтобы не свалить что-нибудь. Помоек полно. Красотища какая, смотрите. Ну, пойдем на дорожку. И там посмотрим, может, еще какой грибочек нам встретится, да? Каких-то гадов вытаскиваю все время из волос. Вот эти вот. Это называется лосиные вши или как-то. Уже бегают по волосам противно. Лес имеет свои минусы. Ничего, в общем, не нашли. Пара лисичек. Ну, полюбовались, хоть подышали. Ребенку показали. Так они вообще только компьютеры, планшеты, школа, город. Раньше не ходили, раньше ходили. Вот у меня бабушка и мама все в лес, черники, клюкву собирали, там еще что-то. Ну а теперь как-то везде застройки. Лес везде вырублен. Все продается, грибы продаются. Говорят, что не вредно, еще чего-то собирают в себя, соли тяжелых металлов, кислотные дожди, то все. Никто ничего не собирает. Ну и все это как-то кануло. Карасин, давай тут посмотрим. Вот, поэтому дети начинают. Не начинают, а не знают, что это. И хоть немножко так показать все, что еще осталось. Не то, что приучить, но... Что ты кричишь, как в лесу, Кристина? Что ты кричишь? А мы сейчас пройдем... Ой, опять паутина. Домой отсюда. Здесь же тоже можно наискосок, через лесок. Угу, валяется что-то. Какие-то просеки тут. А вот это обглодано все. Обглодано, может, лоси. Зимой говорят, что лоси. Вот снег здесь покров достигает, да, повыше. И тогда вот обгладывают они сверху. Становится на снежный настой. Глотают. Не знаю, правда. Правда это неправда. В лесу тоже хорошо, когда солнце все красиво. Как только солнце уходит, то не очень. Вон елочка какая, смотрите. Маленькая, молодая. Ну вот, шли. Нашли кого-то в мху. Давай пальчиками. Собирай. Вот. Радости так сколько. Вот. Я тоже очень люблю собирать. Очень не люблю чистить. И могу даже не есть. В детстве я думала так, что даже могу собрать, пойти. Целую корзинку и поставить какому-нибудь соседу на веранду или на крылечко. Ну, чтобы людям просто вот удовольствие собирать, больше ничего. Ну, вот пришли мы, вышли на эту нашу дорогу. Там уже дача. В общем, 5 штук, наверное, собрали.